Устали ли вы от праздников? Нет, конечно. Зачем уставать от праздников, если хороший день, хорошие праздники? Вообще-то нет, потому что умеренно праздную. То есть в целом все эти дни, ну, чем занимались в основном? Ну, посидели, телек посмотрели, в интернете новости. Вот. А так, в общем, спокойно провели. Нет, я работаю в сфере обслуживания. У нас праздники закончились уже 3 числа, поэтому нет, мы отпраздновали всего 2 дня. У меня как таковых праздников нет. 3 числа уже была на работе, поэтому все ласково прошло. Ну, честно говоря, немножко. А почему? Активно отдыхали? Много дел накопилось. Сейчас нужно больше времени, чтобы все решить проблему. Все закрыто было, все активно отдыхали. Господи, я ж пенсионер, у меня всю жизнь теперь целый год праздники. Ну, может быть, вы как-то очень активно отдыхали? Да нет, так, спокойненько. Уже, конечно, надоело так. Столько дней люди не работают. Все ешь и ешь. Все ешь, да? И ешь, да. Погулял. Поспал, поел? Нет, поел, поспал, потом встал, опять поел. И целыми днями. И телевизор. И телевизор, да. Да, это очень длинные праздники. Я считаю, они не нужны. Я не праздновала, к сожалению. Почему? А вот так получилось. Болела. Нет, не устала. Наоборот, отдохнула, набралась сил и впечатлений. Так что очень довольна. Я люблю вообще эти праздники. Всегда очень проходят интересно, хорошо. Я считаю, что это очень благоприятно. Особенно в наше вот, ночное время. Была такая семейная традиция, но сейчас от родителей съехала. Поэтому думаю, что в этом году уже нет. Праздновать не буду. Наверное, с семьей, да. Как обычно это у вас происходит? Это традиция. Собираемся за столом. Обязательно, как же. Как обычно это проходит у вас? Ну, в кругу семьи. Да, к сожалению, наверное, нет. Ну, если получится, будем. А что для этого надо? Ну, чтобы дети пришли домой. Будет весело и ласково. Да, вот деньги. Не в деньгах счастье, не в деньгах счастье. Главное, чтобы было хорошее настроение. Хотим отпраздновать, как получится уже. Будем смотреть по состоянию здоровья, по состоянию настроения. Ну, да, в пределах разумного. Конечно, посидим. То есть обычно это тоже такой тихий, спокойный семейный праздник? Да, мы вдвоем с женой, так что. Ну, у нас по традиции, по мусульманской нет. Но если здесь, ну, можно по чуть-чуть. Господи, мы уже, россияне уже привыкли и Рождество, и католическое, и Новый год такой, и старый, и Рождество такое. Лишь бы были праздники, еще крещение будем справлять. Китайский Новый год по китайскому календарю. Вот это нет пока. Ну, а старый? Старый, конечно. Еще елка не убиралась.